А вот мой обед сегодня. Дорадо и салат из красной фасоли и помидоров с песто. Сейчас я поем и встретимся чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Классно, да? Всем привет, Яна Пудра Бьюти. Как это называется? Пудра Блогер Эвордс? Всем привет! Всем привет! Всем привет, Яна Пудра Блогер Эвордс! Стой, я спасу тебя! Ну, всем привет, я на Пудра Блогер Awards, и я почти выиграла, но, к сожалению, я даже не вошла в тройку, потому что, как я и говорила, я номинирована была, мне кажется, для массовки. Смотрите, кого я встретила. Я как Лепс! Смотрите, кто сзади стоит. Угадайте по юбке, кто это. Мне даже как-то неловко здесь сидеть. Да рядом такие люди. Ну что, меня тоже снимают, да?
Я не могу найти точку для съемки. А, так я не снимала. Нет, я снимаю, только что на стоп нажала. Я, во-первых, маленькая, во-вторых... Да, слушай, а я уже все снимаю. Опять я некрасивая. Нет, это неправда. Мы живем в мире Инстаграма, все. Сейчас к детскому миру, вот этому главному, хочу привезти этому полицейскому кофе. Я вообще просто с ума сошла. Я решила, раз есть время, я съезжу. Ну что, мне надо скорее ехать домой, потому что там Платона надо укладывать, а я где-то езжу тут. Очень спешу. Где же он? Невозможно. А вот он. Вы не представляете, что было? Я просто в шоке. Он сел ко мне в машину. Короче, я сейчас немножко отойду и расскажу вам, потому что это капец какой-то. Ужас. Пойду с кофе домой. Давайте я расскажу, что было дальше. Подъезжая к посту ГАИ, я зашла в Starbucks, купила латте. Я не знаю вообще, что пьют гаишники. Купила латте и очень хотела купить пончик, потому что в моем представлении все полицейские едят пончики. Но я решила купить какой-то, ну, там, десерт, какой-то ковриш. Приезжаю до поста, там какой-то дедуля. Мне этот дядечка говорит, что он уже ушел на другой пост. Если хочешь, проезжай вперед, там вот следующий пост, он там должен быть. Я подъезжаю, начинаю его ждать, вот смотреть по сторонам. Он ко мне подходит к машине, такой веселый весь, вот, и садится ко мне в машину. В машину ко мне садится. Он открывает, как к себе в машину. Я говорю, ну вот ваш кофе, вот я обещала, я привезла. Говорю ему, я очень спешу, мне нужно ехать, поэтому до свидания. Вот вам кофе, приятного аппетита, вот вам ковришка. Он такой говорит, а я не выхожу. Полицейский вроде как нельзя ему сказать, да пошел ты. Вот. И я говорю, ну вы что, поедете со мной? И он такой, да. Я немножко прифигела, скажем так, мягко. И начинаю ехать и говорю ему, я вас тогда высажу где-то по дороге, потому что мне нужно ехать домой. У меня на минуточку сзади детское сиденье и куча каких-то детских вещей. Мы едем, едем, он спрашивает у меня, как дела. Представляется, у него такое имя какое-то было еще необычное. Похоже на Вимбельдан, я не запомнила. И когда мы едем, он кладет свою руку мне на колено. И я, скажем так, я очень была внутри потрясена происходящему. И я ему говорю, руку уберите, пожалуйста. Я у него спрашиваю, что вы вообще делаете? Ну, я хотел проверить, настоящая ли ты. Ты. Он мне уже ты руку положил на колено. Я резко нажала на тормоза, припарковалась, и как бы он еще сделал вид, что он обиделся. Так, задернув нос, обидевшись, бросил мне это кофе, чуть не разлил мне в салоне его, и еще пошел такой весь обиженный. Я была в шоке от того, что произошло. Я приехала вот с такими вот глазами. Я у меня спросила, что произошло. Я ему все рассказала. Он говорит, ну ты в принципе правильно поступила. Я бы тоже отвез кофе, если бы пообещал. Тем более днем он тебя отпустил, ты спешила к врачу, и ты, ну, в знак благодарности решила все-таки отвезти ему кофе. Но что последовало потом, я немножко была обескуражена. Скажите, как бы вы поступили в данной ситуации и как бы вы отреагировали на то, что произошло? Потому что, ну, он воспринял мой приезд и то, что я привезла ему кофе. Я еще была после мероприятия, вся такая со стрелками. Он, наверное, подумал, что я для него специально старалась. Вот. И как бы вы отнеслись, и что бы вы вообще думали? Меня, честно, как-то вот меня разочаровала эта ситуация. Честных полицейских, как в нашей Раше, не осталось. Буду завершать. Пока, надеюсь, вам понравился этот блог. Встретимся совсем-совсем скоро.